Здравствуйте, зрители YouTube канала. Вот у нас Павлоня М1 и FT. Здесь у нас тоже питомник. Вот. Это другой питомник. Вот. К концу мая это сажали. Вот. Листья только выпадают, морозостойкие. Вот. Толщина покажу. Вот. Вот какая. Вот это все Павлоня. Вот. Сегодня вот 22 ноября 2022 год, вот, еще листья, вот, еще у нас холодно, несмотря на это, еще листья не выпали полностью. Это морозостойкий сорт, вот, вот высота, вот, это мы близко друг к другу сажали, из-за этого вот так вот все равно хорошо выросло, вот. Если это 4 на 4 схемы сажать, на 1 гектар 625 штук уходит. Вот тогда можно очень хороший результат получить. В этом году сажать, на следующий год технический срез делать. И через 6 лет дерево вырастает на материал, ну, 1 куб. Морозостойкий, самый хороший вот сорт. На канал мой подписывайтесь, и много информации о Павлоне можете увидеть. У меня на видео разделе, не короткое видео, а длинное видео есть, видео раздел. Вот там об этом Павлоне можете все увидеть. Еще как продавать начнем, это тоже все информация, все видео снимать будем. На YouTube канал будем ставить. Это находится в Республике Узбекистан, Ташкентской области, Киргизия, Казахстан, Таджикистан. Заказывайте в любом количестве. Если вам нужно корни Павлонии, мы это тоже отправляем. Казахстан, Киргизия, соседние республики, братский наш народ. Мы все соседи, братские соседи. Из-за этого вам, конечно, в хорошей цене постараемся отправить. Вот. Можете заказывать. У нас от Ташкента недалеко это находится. Можете приехать, увидеть, заказать. По хорошей цене дадим. Вот. Агротехника, все научим. Вот М1 и FT. Самый хороший сорт. Заранее спасибо.